линей тоже наполовину. Резко, в общем, у нас лист буквально 2-3 дня вообще пожелтел здорово. Уже вот большая часть березок желтехонькая. Зима, видимо, будет быстро наступать. Где лось? Ворон говорит, лось где-то здесь. О, еще мама с сигалетками. Стой! Сигалетки беложопые. Здорово видно. В общем, лося мы так и не нашли. Вот, в общем, наткнулись. Старая береза сломана. Тут недавно веточка сломана. И вот прям свежий, короче, он ее доломал. Даже, не знаю, видно, не видно, короче, вот эта вот земелька нисколько не засохшая. Ну и почесал он путем. Короче, где-то ходит. А мы его не видели. Сейчас какие-то норы, не норы нашел еще. До этого ни разу не видел. Вон что-то пытались копать. Причем ни паутины, ничего нету, и земля. Не так давно чищено, выкинуто. Интересно, интересно. Ставим меточку себе. Рогатик идет. Хоть этого я вперед увидел, чем он меня вышел из леса. Рожки, конечно, тоже так себе, но все равно красивее, чем коза. Сейчас попробую опять попищать, он от меня уходит. Ноль эмоций. Козлик он вдалеке идет. Уже наполовину вылинил.
Елочка. Трофея нет. Если кто все видео смотрел, это тот козлик, с которым мы пробовали перекличку вести. Красивый.